Заходи на Анвал. Смотри фильмы онлайн. Или качай на телефон или планшет бесплатно. Аннабеллум. Проклятие Салема. год. Капрал Джей Брэдшоу из Варвикширского стрелкового полка был послан в Салем, чтобы обеспечивать порядок во время суда над ведьмами. Война всех против всех. Салем. Что ты делаешь, Элизабет? Я не Элизабет. Господь, защити меня от этого зла. Отец наш, сущий на небесах, да славится имя Твое. Скучай на карантине, найди сайт 1xbet и зарабатывай прямо сейчас. Получай бонус по промокоду «Новинка».
172 года спустя. Капрал Джей Брэдшоу. С днем рождения тебя, с днем рождения тебя, с днем рождения, дорогая Сильвия, с днем рождения тебя. Спасибо, матушка. Спасибо, батюшка. Не стоит благодарности, Сильвия. Томпсон, подарок Сильвии, пожалуйста. Это очень особенный подарок, милая моя. Очень старинный, из далекой Америки. Он проделал очень долгий путь только для тебя. С днем рождения. С днем рождения, Сильвия. Матушка, батюшка, это так мило. 1864 год. Варвик, Англия. Он должен быть наказан. Он должен умереть. Сильвия! Подними их и перережь себе горло, моя дорогая. Именем Господа, что сейчас случилось? Октябрь 2003-го. Двумя днями ранее. Прошу прощения, Крис, но розыгрыши — это не моя сильная сторона. Вы застали меня врасплох. Я пришел пораньше этим утром, работы очень много. А над чем вы сейчас работаете, мистер Уитакер? Я работаю над экспозицией про варвикских стрелков, это очень интересно. Привет, Крис. Привет. Мне нужно на обход, мистер Уитакер. Закончить бы, пока школьники не приехали. Я тоже стараюсь попасть в кабинет до этого. Ну, отметь ты ключи, Дэвид. Чёртовы ключи.
Всяк, кто найдет ящик, да защитит вас Бог. Эта кукла была найдена среди личных вещей капрала варвикских стрелков Джея Брэдшоу в 1692 году. Это просто невероятно! Такого не может быть! Покер! Казино! Слоты! 1xBet! Это невероятно! Используй полный спектр возможностей 1xBet. Покер, слоты, казино. Играй и выигрывай реальные деньги. Я сожалею. Алло? О, привет. Что? Нет. Ты же знаешь, я не очень люблю эти мобильные штучки. Это временная прихоть. А как дела у отца? Нет, я... Конечно, я слушаю. Нет, конечно нет, я не забыл. Они останутся на выходные. А когда именно их ждать завтра? То есть сегодня? Этим вечером? Да, ты же знаешь, это не проблема. Просто у меня из головы вылетело. Да? Да, я. Нет, я слушаю. Нет, все в порядке, просто привези их в музей где-то, скажем, в 4:30. Да, увидимся. Пока. Ну что? Я иду выпить чашечку чая, а ты отправляешься в кабинет Стеф. Было бы отлично. Да. Спасибо. Да. Хорошо, спасибо. Пока-пока.
Алло? Алло? Алло, Дэвид? Это кукла. Где вы ее нашли? Она оказалась в архиве одного из стрелков. Внутри одного из ящиков, там, в архиве. Это отличная находка, Дэвид. Просто отличная. Я рад, что тебе нравится. Нравится, Дэвид. Очень нравится. Ах да, чуть не забыл. Я приду завтра поработать над экспозицией стрелков. И я приведу племянника и племянницу, ладно? Странно. Добрый вечер, Крис. Как прошел день? У меня он только начался, а у вас? Почти закончил, но я вернусь завтра. Мы же завтра закрыты. Для тебя, может быть. А я приду где-то днем. Кстати, вас там ждет парочка посетителей. Ну да, конечно. А где их мать? Оставила их снаружи, когда я заходил. С виду куда-то спешила. Спасибо. Привет, ребятки. Что вы тут делаете? Выглядите так, будто вы оба были наказаны. Ну уже. Показать вам клевые вещи. Идем. Леди. Так, ребята. Вам двоим очень и очень повезло. Не считая вашего дядюшку Дэвида и охранника Кристофера. Вы двое оказались в музее совсем одни. Мне надо поработать еще минут 15. А вам я предлагаю побегать по музею, осмотреть его и все исследовать. Вернуться через 5-10 минут, ладно? Такая тяжелая. Это тоже тяжелая. Вот пример. Она тяжелая. Симпатичная кепка. Просто нереально. Посмотри на это. Ух ты, клевая. А как же это? Боже мой. Такая клевая фуражка. Джон? Бет?
Дядя Дэвид? Дядя Дэвид? Дядя Дэвид? Кое-кто хочет поздороваться? Ты случайно не видел детей? Да. Вон один из них. Где твоя сестра? Не знал, что ты еще здесь, Стэп. Приглядывала за вашей славной находкой. Ладно, пошли, Бет. Может, тебе подвезти, или ты сама? Нет, все в порядке. Надо будет проведать Анну, плюс есть парочка дел в городе. Пойду пешком. Как скажешь, Стэф. Хороших выходных. Пока, Крис. Пока, мистер Уитакер. Пока, дети. Можешь сама закрыть за собой дверь, когда уйдешь? Нужно начинать обход. Ну, спасибо. Увидимся в понедельник. Пока, Крис. Следующий день, 4 часа дня. Эй, дети! Приближается буря, быстрее внутрь. Крис? 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 Не башет. Крис?
Капрал Джей Брэдшоу. Интересно, что это у нас тут? Что за... Крис. Бог. Опять попался. Крис. Что за черт?
Крис. Что за... Крис. Умри. Черт. Господи Боже. Джон, Бет, уходим. Пошли за мной. Тихо. Сидите тихо. Эта кукла была найдена среди личных вещей капрала варвикских стрелков Джея Брэдшоу в 1692 году. Я сожалею от всей души, что отдал куклу своей дочери Сильвии, но это был ее день рождения, поэтому я от простоты душевной решил подарить ее на день рождения своей Сильвии. Вскоре после того, как я подарил ее, мы начали замечать в ней странности.
Однако настоящее зло появлялось по ночам. Перережь глотку. Оно захватило душу моей дочери и превратило ее в самое злобное из существ. Сильвия. В журнале хранятся секреты того, откуда появилось это зло. Ибо не может быть сомнения, что эта кукла — порождение зла в чистейшей его форме. Ладно, послушайте. Мне надо наверх в свой кабинет. Там есть одна книга. Она поможет нам. Ну, с этим. Дэвид. Не бойся, Бет. Дядя Дэвид позовет на помощь. А ты останешься тут со мной. Тут безопасно. Нет, все нехорошо. Теперь она на свободе. Кто на свободе? Кто на свободе, милая? Будь осторожен, дядя Дэвид, она не очень любит людей. Дэвид. Я скоро вернусь к вам, ладно? Хорошо, Джон? Хорошо. Хорошо, дядя Дэвид. Дэвид. Раз, два, ставки на спорт найдут тебя. Три, четыре. Большие выигрыши в твоей квартире. 5, 6. Быстрые выплаты уже здесь. Ставки на спорт! 1xBet. Букмекерская компания. Благодаря милости Божьей, мы прибыли в Массачусетс в конце лета 1691-го, после 9 месяцев в море. Я благодарю Бога, что мы снова на земле. Казармы — наш новый дом. После местной таверны, конечно же. За здоровье. Мы упражняемся, мы готовимся. Мы готовимся к королевской миссии, какой бы она ни была. Меня и моих братьев по оружию отправляют в город под названием Салем. 2 дня мы шли в суровую морозную зиму. Мы прибыли все ослабшие и замерзшие. Когда мы ступили на улицы Салема, наши уже промерзшие кости ощутили холод, который словно въедался нам прямо в души. Мы с братьями ощутили его касание. Город, живущий в страхе. Город, не знавший спокойствия. Мы все просим Господа о помощи и благословении. Обвинение в колдовстве. Суд Божий проводится через испытание, чтобы услышать и установить истину. Но мы ее не видели. Вместо этого сосед обвиняет соседа. Подозрения и ненависть растают, как фрукты на деревьях. Бездыханные тела висят у всех на виду. Клянусь, это не Бог, но сам Люцифер танцует по этим улицам.
Обвинения начались с показаний нескольких молодых женщин. Прежде всего, Элизабет Хаббард. У нее и ее друзей начались конвульсии и судороги. Вскоре еще больше людей были поражены этой болезнью. Сей недуг нельзя было объяснить ничем иным, кроме как колдовством. Я присутствовал на множестве испытаний. Многие были признаны виновными и казнены через повешение. Присутствует ли Бог на этих испытаниях? Хотел бы я знать. Необъятная тьма ввергла в ужас город Салем. Она растет, ощущается в воздухе. Я чувствую, что Господь далеко. Анна, милая пожилая женщина. Анна была повитухой Салема почти всю свою жизнь и помогла многим горожанам появиться на свет. Каждому мальчику она дарила солдатика, а каждой девочке — куклу. Мне трудно поверить, что такая добрая женщина, как Анна, может быть ведьмой. Дяди Дэвида уже долго нет. Вы все меня знаете. Анна Салемская. Я была совсем девочкой, когда мы основали наш город. И назвали его словом из Библии, означавшим «мир». Вы лицемеры. Вы говорите о Боге, о любви и о мире. Мир? Многие годы я проявляла к вам любовь и доброту. И вот как вы мне отплачиваете. Будьте прокляты вы и весь город Салем. Мир, в честь которого мы назвали этот город, прошел. Я укрепляю вашу ненависть и обращаю вас против ваших близких. Bellum omnium contra omnes. Война всех против всех. Похороните меня не как Анну Салем, а как Анну Беллум. Не прошло и дня с повешения Анны Беллум, как нас отправили арестовывать Элизабет Хаббард. Она жестоким образом убила своих домашних. Засунула крест в глотку собственному отцу. За ее жестокость Бет поместили в сумасшедший дом. Она была необычно сильна, даже неестественно. Дом приказали сжечь. Мы разобрали все ценные вещи перед сожжением. Я взял несколько побрякушек и куклу для своей племянницы. Мы покидаем Беллум, Салем. И очень этому рады. По пути назад странные вещи, дикие мысли будоражат мне голову. Мысли о насилии. Джейкоб. Голос, который я помню с испытаний. Он говорит, что мне нужно убивать, но...
Вскоре после этой записи капрал Джейкоб Брэдшоу был арестован за жестокое убийство своих сослуживцев. Знакомых солдат, с которыми жил на протяжении многих лет, его суд был краток. Мне удалось расследовать дело. Он не признавал убийство и заявил, что он под проклятием Анны Беллум. Судья приказал повесить его. Его вещи были отправлены домой в Англию. Они лежали нетронутые 172 года, пока я не нашел их. И не подарил куклу Сильвии. Теперь я понимаю, что капрал Брэдшоу, как и Элизабет Хаббард, не были виновны в убийствах. Они оба выполняли волю куклы, в которой живет злой дух Анны Беллум. Она идет за ним. Ради Бога, Стеф! Ради всего святого, нет! Зачем ты делаешь это? Боже, прошу тебя, нет! 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 Какого черта? Нет! 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 Черт, тебя дери! Нет! 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 Забери ножницы. Я с тобой закончила, Стефани. Подними их и перережь себе горло, моя дорогая. Бет. Бет. Бет, ты в порядке? Джон, хочешь поиграть в прятки? Ты прячься, я буду искать.
Иди и забери журнал, моя дорогая. Ладно, я положу журнал к себе в сумку и пойду искать его. Хорошая девочка. Давай найдем Джона. Джон плохо себя вел, Бет. Джон. Джон. Не скучай на карантине. Найди сайт 1xbet и зарабатывай прямо сейчас. Получай бонус по промокоду «Новинка». Привет, Джим. Майк. Двое? Четыре жертвы. Выжившие есть? Один. Девочка по имени Бет. Говорит, что Стефани Росс убила ее дядю, Дэвида Уитекера. Ее брата и охранника. Черт. У Стефани есть приводы? В том-то и дело. Абсолютно ничего. Какой-нибудь мотив? Пока нет.
А девочка ранена? Не царапины. Господи. Проверил камеры? Проверил, кассеты нет. Где сейчас девочка? В задней части дома с Кэти. Можешь подогнать машину ко входу, Кэти? Привет, Бет. Я провожу тебя к машине, а эта добрая леди Кэти отвезет тебя к папе и маме, ладно? Хорошо? Скажи ему про сумку. Можно мне мою сумочку? Конечно. Привет, дорогая. Есть новости по тому, как умерли Джон и Дэвид? Ничего ни по Джону, ни по твоему брату. Как там Бет поживает? Она в постели. Спит. Хорошо. Ей нужен отдых. Я тихонько зайду, чтобы убедиться, что она в порядке. Не буди ее, Питер. Не буду, не буду. Да, моя дорогая. Кое-кто хочет с тобой поздороваться.